Ну что ж, ребята, добро пожаловать назад в моей последней серии, так что не прошло все так гладко. Да. Ой, господи, ребят, вы серьезно? Нет. Надо будет заново валить моих. Ох. Да, короче, ребята, я это перемотаю, как и буду заново валить их. Ой, понял. И мы встретимся с вами, когда я буду отплывать от этого острова. Ох, он улетел красиво. Ну что, ребята, я опять сохранил свою игру. Я убил наших двух баранов здесь на острове. И теперь мне надо будет найти свой остров. Я наконец-таки смогу найти свой остров. Получается, это не вот этот и не вон тот. Потому что на тех двух островах был. Наш остров где-то вон там получается, ребят. Или вообще может быть вот этот. Нет. Мы когда плыли сюда, мы видели вот этот. Значит, где-то наш остров получается вон там. Вот этот не может быть наш остров. Так, что у нас пиликает? Статус эффект, нету эффектов. Ну что ж, ребят, у нас немного... Понял. У нас немного времени. Придется нам плыть, ребята. Ну что, пожелайте мне удачи, приплыть нормально. Ну что, я опять, как всегда, перемотаю этот промежуток, как я буду плыть. И мы увидимся с вами буквально через пару минут. Ну что, ребята, я наконец-таки приплыл на свой остров. Оказывается, он был чуть-чуть левее. Оказывается, мы были вот здесь, а мы плыли постоянно вот в эту сторону. Надо было быть просто чуть правее. Я наконец-таки приплыл сюда, куда хотел. И пока была ночь, то есть пока ничего не было видно, я пока вытащил все свои ящики и чуть-чуть посортировал. И у нас, смотрите, ребята, у нас еще есть веревочки. И вот эти веревочки надо будет обязательно сейчас скосить. Так, хорошо, сколько он? Раз, два... 3, 4, 5, 6, 6. Так, больше у нас нету. Хорошо, давайте сделаем так. Мы сейчас срубим 2 еще. То есть 7. И 8 где-то надо будет найти. Вот 8. Из них сейчас сделаем сразу 2 веревки. Чтобы у нас были веревки. Все, у нас еще плюс 2 веревки в нашем инвентаре. Хорошо, это у нас получается, надеюсь, уже очень дофигища веревок. Мне это очень нравится. Ну что, ребята, смотрим. Мы, в принципе, уже все собрали. Нам надо будет как-то теперь строить, там, не знаю. Может, давайте построим домик себе. Давайте где-нибудь... А, кстати, ребят, перед тем, как мы будем строить домик, нам нужно выпить. У нас нету воды. У нас нету воды. Так. Пьем. Пьем. 3. 4. Получается, с одной станции можно будет выпить 5 раз, получается. Правильно я понял? Правильно, 5 раз. И так как это очень-очень круто, я постараюсь сделать еще одну. Правда, я не помню, что для этого нужно. Структурируюсь. Так, 3 камня, 1 брезент и 1 веревка. Хорошо. 3 камня, 1, 2, 3. Насчетик. И 1 брезент. Брезент я, по-моему, спрятал... Ой, понял, не так. Брезент я, по-моему, спрятал вот сюда. Во, как раз, все, нормально. Теперь мы с вами можем Ну это капец, я не хотел ее ставить сюда, ребят, ну что за бред? Вот я лошара. Кстати, здесь еще молоток валяется, почему здесь у нас валяется? Почему здесь валяется молоток, что за бред? Он не должен там валяться. Так, ладно, хорошо, это мы сделали. Давайте мы теперь с вами начнем строить дом. А я примерно хочу где-то начать его, я не знаю, здесь вроде возвышенность, я вот не знаю, где его построить. Давайте мы, наверное, начнем его строить где-нибудь вот здесь. А чё, а как вообще начинается строить? Я, в принципе, не знаю даже. Building, floors, фундамент. Надо строить сперва фундамент? Или нет? Drift фундамент, wood фундамент, plank фундамент. Давайте мы пора построим, попробуем построить wood фундамент. Для этого нам нужно будет очень много дерева. Так как дерево я уже понасобирал, да? Мы сейчас попробуем построить просто фундамент. Так, хорошо, фундамент. Так, building. Вот фундамент. A hammer is required for building. Хорошо, нам нужен молоток. Молоток. Почему он, кстати, напиликает постоянно? Что это бред? Статус эффект, ничего нету. ХП у нас нету, хапчик-то еще нормально. Ты еще не голодный. Так, что давай мы с тобой сделаем фундамент. Фундамент, фундамент, building. Вот фундамент. Давайте мы с вами начнем как-нибудь строить. Я не знаю, вот так. Ой.
Хорошо, мне... А, мне его нужно строить. Вот почему. Вот в чем причина. Я думал, блин, где... Все, он построился. Это конечная стадия. Три раза? Хорошо, понял. Wood фундамент, drift фундамент. Бэч. Ой, господи, я забываю, что... Вот это да. Ладно, оставим его здесь. Я забываю, что всегда нужно... это, вот это туплю, конечно. Хорошо, вот так. А как мне насобить вот это вот? Это что у нас здесь получается? Я его еще и ломать могу, оказывается. Вот оно что. Ладно. Хорошо, а у нас здесь еще есть вот этот floors. Floor, да? Wood фундамент, floor, plank фундамент, plank floor. Хорошо, нам не хватает чуть-чуть дерева, ребята. Пойдем попилим чуть дерева. Так, free это не то. Давайте мы, наверное, спилим с вами вот это вот дерево. Да что опять такое? Статус эффект ничего нету, а потом что-то пищит. Давай спилим это дерево с вами. И посмотрим. Если мы, допустим, поставим с вами деревянный пол, может, тогда фундамент вообще не надо ставить, я не знаю. О, кокосики. Соберем мы с вами вот эти листья. Ну, давай. Хорошо, мы забрали с вами листья, и мы разрубим с вами вот этого дерева. И посмотрим. Считай, нам надо будет очень много дерева. Но я, в принципе, знаю, где еще можно будет. Надо быть дерево. Но я хочу себе построить такую вот халабуду. А, она делится на две части. Хорошо, это круто. Значит, мы можем, по идее, с вами еще поставить два фундамента. Если я правильно рассчитываю. Так, ладно. Один фундамент есть. А, она даже делится, по-моему, на три части, это дерево, или? Интересно, будет она делиться на три части? Если будет делиться на три части, это будет круто. Да, она делится на три части, это замечательно. Может даже на четыре части, ребят. Мне кажется, даже будет на четыре части, нет? Блин, мне нужно найти где-нибудь нормальный топорик. Да, она делится на четыре части. Короче, большая пальма делится на четыре части. Это четыре стака по четыре дерева. Это круто. Нет, мне нравится. Так, опять что-то у нас часы пиликают, но я сейчас не буду смотреть, почему они пиликают. Хочу просто собрать сейчас побольше дерева и построить себе какую-нибудь маленькую такую халабуду. Что? А, понял, у нас не хватает места. Ладно, так уж и быть. Давайте мы построим с вами еще фундамента два. Так, юльдинг. Два фундамента. Да что она пиликает постоянно? В чем проблема? Так, почему у нас сейчас постоянно пиликают? Статус эффект, ничего нету, никаких эффектов нету. Все вроде нормально, но она почему-то пиликает вечно. Знаю, в чем проблема. Вон фундамент. А, здесь мы больше фундамент поставить не можем. Мы можем поставить здесь один фундамент. Прям на нашей водокачке, получается. Так, ладно, этот мы сделали. Давайте соберем еще дерево. И построим еще вот фундамент. И вот здесь еще один построим фундамент. Ладно, тогда у нас получается будет там окошечко такое маленькое. И нам надо будет как-нибудь построить еще какой-нибудь лагерь маленький. Так, хорошо, фундамент у нас стоит уже. А подождите, ребята, у меня же есть еще другой молоток. Где мой другой молоток? Вот он. Если взять, допустим, вот этот молоток. Нет, это все пофиг. Хорошо. Давайте мы сейчас с вами распилим еще вот это одно дерево. Да? И посмотрим, что это значит просто поставить... как вам сказать? Пол. Потому что я не знаю, что будет, если ты поставишь пол. Поставить пол. Так, фундамент у нас есть. Давайте перейдем назад к бульдингу и построим нам... floors. Floor. Wooden floor. А, хорошо. Раз у нас стоит фундамент, значит нам больше нельзя ставить какой-нибудь пол. Хорошо. А, это скорее всего нужно ставить на воду. Blanket for wood floor.
Нет, по идее, нам можно ставить. А куда ставить его, ребят? Я не знаю. Ладно. Что у нас часы опять пиликают? У нас не хватает хавчика. Хорошо, ну хавчик у нас там вроде как осик лежит. Давайте мы его сейчас возьмем, сразу выпьем. И захаваем. Сделаем это вот так. Сделаем это вот так. Сделаем это вот так. Пей. У нас было два. А, не два пустых. Ладно, давай мы с вами сожрем, ребят. Давай-давай, пили. Раз, распилили. Давай. И второй также. Все, сейчас мы их сожрем. У нас будет уже опять еда. Нормально. Два, три, четыре. Так, этот камень можно собрать? А, это была пальма наша. Это была наша старая пальма. Так, хорошо, ребят. А, подождите, у меня где-то же были, по-моему, еще железки. Ой. Нет. 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 А, планки у нас есть. Это берем наши с собой планки. Отпусти! Я не хочу джамповать туда. И вот эти. А, я их больше не могу брать. Почему не могу брать? Давайте это сделаем это вот так. Нет, не сюда. По-моему, здесь было. Да, вот здесь было. Ой, блин, что я делаю? Что я делаю? Заберем еще вот эти с собой и посмотрим, что мы, в принципе, из них можем сделать. По идее, так, у нас здесь уже полная, получается, это полная. Хорошо, воды у нас не хватает, то есть, немало. Где наш... А, я кокос забрал, господи, вот этот я болван. Я забрал свой кокос, я его только что сейчас раскусил, захавал. Так, мясо. Ладно, давайте скинем все мясо пока вот сюда. Пускай она там на полу полежит. Там всякие черви их покушают, и мы сейчас с вами попьем. Хорошо, мы попили с вами. Почему у нас часы постоянно пикают? Статус эффект. Вроде ничего нету, а у нас постоянно пикает. Хавчик все есть. То есть у нас нету хп, как бы, по идее. И не хватает чуть еды, но еды все равно. Так, ладно, ребят. Давайте мы с вами сделаем тогда building. Building. Floors wall. Давайте построим стены. Стены. Давайте мы построим. Так, металлический стены. Контейнер wall. Ох ты, даже можно контейнерские строить. Trip. Ага. Понял. Так, ребят, давайте мы сделаем вам следующее. Давайте мы построим сперва одну стенку из планок. Примерно вот с... Вот здесь построим мы с вами стенку из планок. Во, хорошо. Так, ребят, хорошо. А по идее, мы же можем делать вот эти планки сами же, правильно? Как мы их делать можем? Rafts. Нет, не rafts, floors. Не то. Это лодки. Floors crafting. Хорошо, мы по идее можем делать вот эти планки сами. А как они делаются? Нет, это тоже не то. Medical story farming. Wood farming plot. Кстати, а можно здесь... А, вот. А, понял, это только... Только планки, wood rafts, floors, population, floors, wall. Нет, подожди, ребята, я готов поспорить, что я где-то видел, что мы можем вот эти планки даже скрафтить сами. А как их крафтить? А, вот. А что нам нужно? А, нам нужно, кстати... Понял, нам нужно вот этот... Подожди, где-то я его видел. Это, по-моему, где-то стоит rafts, нет, floors, farming. Нет, где-то вот этот я под видел, ребят. Ой, подожди, стой. А, трофеи. Господи, даже есть трофеи. Хорошо. Где-то я это видел. Во! Ох, господи, что для этого нужно? Нужно это что у нас получается? Дерево, камень и... А, я понял, ребят. Кстати, перед тем, как это нам все сделать, надо будет сделать рафт... Не, стоп, это крафтинг. Надо будет построить вот этот вот... Где он у нас? Вот этот. Refined eggs. Нам нужна кожа и... Понял. Это сейчас мы с вами быстро сделаем. Да почему постоянно часы пикают? А, уже наступает ночь. Хорошо. Нам нужен камень. Где наш камень?
Только не говорите, что у нас опять нету камня, ребят. Это жопа будет. Подождите, где ты сейчас скидывал камень? Вот один камень, хорошо. Из него мы можем сделать крафтинг. Нам уже два камня, серьезно, ребят. Это камень? Блин, это фундамент. Ребят, нам нужен еще один камень. У нас не хватает всего одного булыжника, чтобы начать нормально застраивать. За что за черт? Здесь нигде нету камня. Ой-ой-ой, здесь нигде нету еще одного камня. Ребят, мне просто не хватает одного добанного булыжника. Как и в той серии, помните, да? Мне не хватало просто всего-навсего одного камня, чтобы достроить. Блин, вот это жопа. Ребят, нам очень нужен камень. Нам очень нужен камень, это печально. Правильно, я же камни истратил. Господи, у меня же было 4 камня, я истратил. Ой-ой-ой-ой, вот это я бомж, ребят. Вот это я бомж. Ладно, ребят, у нас, к сожалению, нету больше камня. Есть бандажи. Рувайт. Ну что, ребята, ладно, мы увидимся с вами уже на следующем эпизоде, где мы будем уже достраивать вот это все. Я хочу построить, чтобы делать, короче, вот эти вот планки. И так что с вами... Мы пойдем сейчас спать, и мы увидимся с вами уже в следующем эпизоде. Оставайтесь.